Здравствуйте, в эфире ЮНьюз, новости на телеканале ЮТВ. Для начала коротко о главных событиях в стране и мире на сегодня. Французские власти отказались от налога на роскошь. Французский президент Франсуа Олланд решил отказаться от 75% налога на доходы миллионеров. Правительство Франции решило ввести подоходный налог в 75% для всех граждан с доходами более миллиона евро в год после выборов президента, на которых победил социалист Олланд. Это вызвало недовольство со стороны многих богатых французов, которые заявили о своем желании сменить гражданство, включая актера Жерара Депардье, получившего российский паспорт. В декабре Конституционный суд Франции постановил, что налог является незаконным, поскольку применяется в отношении индивидов, а не домохозяйств. Это противоречит французскому законодательству. В Подмосковье совсем скоро появятся казачьи дружины. Руководитель Комитета по вопросам государственной власти Московской областной думы Владимир Алексеев предложил рассмотреть вопрос о создании в области казачьих дружин. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Алексеева, у думцев уже есть набросок соответствующего закона. Алексеев добавил, что казачьи дружины эффективно действуют в других субъектах Российской Федерации. Казачьи дружины стали впервые привлекаться для поддержания порядка на Кубани, где эту идею выдвинул губернатор Александр Ткачев. Задачей казаков он назвал борьбу с массовым переселением в регион жителей Кавказских республик. С 1 сентября казачьи патрули приступили к работе в крае. По данным губернатора, в сотрудничестве с полицией им удалось к концу года пресечь около 200 преступлений и 30 тысяч административных правонарушений. В ноябре патрули казаков впервые были замечены в Москве на площади Белорусского вокзала. Однако чуть позже в префектуре Центрального автономного округа заявили, что выход казаков является личной инициативой одного из атаманов. По-настоящему дружина приступит к работе в этом году. Евгений Плющенко снялся с участия в чемпионате Европы. Российский фигурист Евгений Плющенко снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Загребе. Об этом заявил руководитель спортивного директората Международного союза конькобежцев Петр Крик. Об этом сообщили РИА Новости. Плющенко отказался от продолжения борьбы после короткой программы, по результатам которой он занял 6-е место, получив 74,82 балла. Во время исполнения тройного акселя в короткой программе Плющенко упал на лед. По словам Крика, Плющенко отказался от исполнения произвольной программы из-за травмы. О какой именно травме идет речь, не уточняется. Ну что же, у меня на этом все. Теперь переходим к основным новостям региона на сегодня.